студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! В эти выходные Черноземье накроет волна теплого воздуха. По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров покажут на 4 градуса больше. Правда, осадки несколько испортят этот подарок природы. И в субботу и воскресенье намечается дождь. Зато с понедельника к нам вернется солнце. А заодно с ним похолодание. Но 29 октября в Старомосковье и Губкине днем до плюс 12, ночью 10-11 выше 0. Юго-западный ветер довольно ощутим, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме, 743 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле спокойное. Рассвет в 7:15, закат в 17:09.